Надеюсь, вы не голодны, ведь сегодня пойдет речь об очень аппетитном и заманчивом проекте под названием SushiSwap. Недавно мы уже затрагивали тему децентрализованных площадок для проведения обменов и формирования ликвидности. Пример Uniswap был действительно качественным и до сих пор продолжает радовать многих пользователей криптовалютного мира. Но сегодня пойдем еще дальше и рассмотрим уникальный в своем роде проект SushiSwap. SushiSwap – современная децентрализованная биржа DEX с автоматическим маркет-мейнингом IMM, работающая на блокчейне Ethereum. SushiSwap имеет некоторые преимущества относительно своего друга Uniswap, которые раскрываются в более широком функционале и будущих планах. Так, SushiSwap скоро расширит список своих предложений при помощи сотрудничества с кредитной платформой BentoBox. Такая гастрономическая пара имеет все возможности, чтобы в скором захватить сферу криптовалютных транзакций. Проект SushiSwap сохраняет свое неизменное ядро в виде двух основных функций – SushiSwap обмен и пулы ликвидности SushiSwap, а также добавляет совершенно новую функцию под названием SushiBar разбивка или X-Sushi. Все проекты SushiSwap действуют в одной экосистеме и постоянно перекликаются между собой. Как я уже упомянула, SushiSwap имеет связь с уже рассмотренным проектом Uniswap. Учитывая более обширный спектр услуг, предоставляемый SushiSwap, каждый пользователь может сам выбирать площадку. Если вы уже являетесь пользователем Uniswap и храните свою ликвидность именно там, то вы можете беспрепятственно перенести ее на SushiSwap. Для этого необходимо перейти по ссылке миграции ликвидности и всего за несколько щелчков мышью совершить данную операцию. Стоит учесть, что данная функция является тестовой и ее код еще не проверялся. Теперь, когда мы уже полностью обосновались на SushiSwap, давайте разберемся, что же дает нам этот проект. SushiSwap предоставляет доступ к четырем основным продуктам. IMM – обмен, урожайное земледелие, кредитование и лимитные заказы. Если про обмен мы уже знаем, то вот обо всем остальном хотелось бы узнать поподробнее. SushiSwap предоставляет своим пользователям несколько возможностей для выращивания собственного урожая. Данный продукт имеет крепкую корреляцию с уже названной функцией SushiBar, где вы можете делать ставки на суши в обмен на токен X-Sushi, который имеет достаточно высокую динамичную стоимость, которая постоянно увеличивается за счет дивидендов с комиссией. Кредитование SushiSwap представлено в связке с функцией BentoBox. Суть его заключается в кредитовании изолированной пары, созданной с помощью Boring Crypto. Кредитование является удобной функцией, позволяющей проводить больше операций. Более подробно ознакомиться с ней вы можете на официальном сайте SushiSwap, ссылку на который я оставлю в описании под роликом. Функция лимитных заказов позволяет совершать заказы по рыночной цене и управлять книгой заказов. Все лимитные заказы SushiSwap работают децентрализованно и состоят из двух главных компонентов – книга заказов и расчет. С помощью книги вы сможете сохранять лимитные заказы, а с помощью расчета отвечать за обмен токенов на заказы. Таким образом, вы сможете использовать данную функцию в своих целях и применять к ней собственные стратегии. Вы еще не используете SushiSwap? Давайте я научу вас. Для этого достаточно зайти на официальный сайт Uniswap и нажать кнопку Swap Tokens. Появившееся окно и есть основное поле для обмена, но для начала необходимо авторизироваться и войти со своего кошелька. Для этого нажмите кнопку Connect to your Wallet и выберите используемый кошелек, например, всем известный MetaMask. Вот и все. Теперь вы просто можете выбирать токены, обменивать их и использовать все доступные функции проекта SushiSwap. В обменнике представлены сотни токенов, поэтому он станет универсальным местом для всех ваших запланированных операций. Использовать SushiSwap всегда приятно. Команда позаботилась о защите своего проекта и сделала свою работу максимально качественно. Нам остается лишь стать частью сообщества данного проекта, пользоваться их услугами и поддерживать их в непростом пути гастрономического развития в сфере криптовалюты.